как-то совершенно незаметно тянутся, бегут, уходят дни. Вот июль прошел, проходит лето, жизнь проходит, гаснет тихим светом. А мы летим, но, к счастью, не одни. Мы летим с другими плечи в плечи, а порою и рука в руке. Тени все длиннее, все ближе вечер. Нас несет вперед попутный ветер, словно парус легкий по реке. Тот поток ничем не остановим. Время создал Бог, чтобы текло и течет. А мы глазами ловим свет в окне, плену земных условий. Но тускнеет с каждым днем стекло. Время — поезд. Дни летят, как вехи. Все назад, назад, в глухую даль. В мир забвенья навсегда, навеки. Мчатся неудачи и успехи. Мчится наша радость и печаль. И только тот, кто здесь, вот, с нами рядом, только тот, кто делит наши дни, даже и холодным листопадом греет нас любви и дружбы взглядом, верностью прочней, чем у родни. Только ради этой тесной связи, ради этой близости святой, стоит жить, хранить себя от грязи и под небом из ажурной бязи отыскать свой прииск золотой. Отыскать свой прииск золотой. Аминь.